Здравствуйте, с вами Александр на канале «Финансовая независимость». Инвестирую уже больше 20 лет, инвестиционный портфель превысил 50 миллионов рублей. Его можно видеть здесь на канале по субботам. Сегодня будет очередной еженедельный аналитический выпуск по фондовому рынку. Рассмотрю новости, фондовые рынки США, России, немного про Европу, Китай. Будут затронуты вопросы, что сейчас происходит с фондовым рынком, чего ждать, что будет дальше. Вакцинация, инфляция, безработица, потреб спрос, ну и так далее и тому подобное. Как всегда, дам важную статистику, ее будет сегодня довольно много. И, конечно, поделюсь своим мнением по ряду затронутых тем. Поехали. Начинаю с американцев. Покупатели нервничают, пугаются, но продолжают покупать американские индексы. А мы смотрим вот на индекс S&P 500. Да, неделя была сложная, снова были рекорды. Я уже привык говорить эту фразу. Удивительно, но индекс ползет вверх, продолжает карабкаться. Сейчас в моменте наблюдается вполне себе, кстати, уверенный рост. Однако экономическая отчетность выходит разнонаправленная. Но никакая даже великолепная отчетность не способна оправдать текущие оценки фондового рынка. Ну, я имею в виду великолепную отчетность по конкретным эмитентам. Для того, чтобы оправдать сегодняшние цены на акции, экономика должна расти примерно теми же темпами несколько лет. Вот тогда будет более-менее адекватно. Так что наблюдаемый рост на фондовом рынке можно объяснить только одним – наличием кучи свободных денег и продолжающейся фискальной поддержкой со стороны центральных банков планеты. Ну и высказывания после Джексон Холла поддержали хорошее настроение на фондовых рынках. Стало понятно, что закручивание гаек в смысле вот ухудшение денежно-кредитных политик произойдут не прямо завтра, а когда-то там в будущем. Возможно, что даже и не в этом году. В общем, сейчас до сих пор слишком много денег, и они идут на фондовый рынок. Очень многим покупателям хочется еще вот успеть прокатиться на таком вот росте. Жадность движет рынком. Ну, когда-то такой праздник, конечно, закончится, и вполне вероятно, что негативным триггером послужит дальнейший рост инфляции, так как предпосылок к снижению пока вот, ну, реально немного. Например, проблемы с перевозками, я об этом делал пост в Телеграме, и неуходящие проблемы с цепочками поставок. Если инфляция так и не начнет заметно снижаться, то Федрезерв вынужден будет сменить мягкую, успокаивающую риторику на более жесткую, и, возможно, даже перейти от слов к делу, то есть начать менять денежно-кредитную политику, повышать ставки. Именно это способно снизить количество денег в системе и начать сдувать пузырь на фондовом рынке, но и на сырьевом рынке тоже. А сейчас многие думают, что до этого еще далеко. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. Настроение меняется очень быстро порой. Далее смотрим на индекс NASDAQ. Здесь тоже рост продолжается. Причины те же, повторять не буду. Но, кстати, именно вот в IT-секторе гиганты, вот самые большие компании, отчитались очень даже неплохо. И рост реальных финансовых показателей этих компаний явно выше, чем в среднем по широкому рынку. Но это совершенно не означает, что цены на эти активы сейчас адекватны. Нет, они тоже опережают реальные показатели и мультипликаторы очень сильно. Такова сейчас действительность. Кстати, забыл сказать, что не только инфляция сейчас нервирует участников торгов, а там разговоры про налоги тоже как-то не очень радуют американцев. Кроме всего прочего, очевидно, что и коронавирусные риски не исчезли. Хотя, если смотреть на графики, то создается впечатление уже, что распространение вируса выходит на очередное плато и даже начинает слегка замедляться. Но мы знаем, что могут быть сюрпризы со стороны мутаций. Да, к сожалению, вирус не сдается, некоторые мутации являются очень даже эффективными. В общем, судя по текущим нервам и темпам роста рынка, вполне возможна очередная коррекция. Но так как реальных ужесточений по денежно-кредитной политике пока нет, то ее тоже могут быстро выкупить. Я, конечно, этого не гарантирую, думают, понятно, но вероятность выкупа все же велика. Интересно, когда вот такая радость закончится. А ведь закончится, ФРС вынуждена будет рано или поздно начать стерилизовать ликвидность. Ну, посмотрим, за этим будет очень интересно наблюдать. Сейчас вот особенно пристально нужно смотреть за финансовыми показателями компании и экономик. При явном торможении по вот этим финансовым показателям можно будет ждать смены парадигмы в головах участников фондовых торгов. Вот когда они решат, что дальше расти у экономик не получается, а денег скоро станет меньше, вот тогда может все и повалиться, ну или нехило откорректироваться. Так, далее. Сейчас, как всегда, предлагаю вашему вниманию небольшую порцию статистики. Сегодня будет, кстати, не такая уж и небольшая. Безработица. Я традиционно показываю данные по заявкам на пособие по безработице, потому что они являются неким примерным индикатором реальных увольнений. Текущее положение дел с безработицей в Штатах очень интересно. Оно наглядно характеризует восстановительные процессы в экономике, поэтому я и показываю это дело регулярно. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снизилось до 340 тысяч за неделю, закончившуюся 8 августа. Это является самым низким уровнем с марта 2020 года, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу продолжающегося распространения случаев COVID-19. В то же время нехватка рабочей силы продолжает оказывать сильное влияние на экономику, поскольку работодатели изо всех сил пытались найти достаточно квалифицированных работников для заполнения вакансий. И эта проблема пока рассасывается очень медленно.
Украины. Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы число безработных будет сокращаться еще быстрее, так как программы поддержки, включая как обычные государственные пособия, так и расширенные федеральные пособия по безработице, истекают 6 сентября, примерно в 20 штатов Америки. Далее, ISM Manufacturing PMI США, индекс деловой активности в производственном секторе. Этот индекс увеличился до 59,9 пунктов в августе 2021 года. Это опережающий показатель, который показывает настроение менеджеров по закупкам. Эксперты сообщили, что их компании и поставщики продолжают активно бороться за удовлетворение растущего спроса. Однако сейчас на все сегменты обрабатывающей промышленности влияют рекордно длительные сроки поставки сырья, сохраняющаяся нехватка важнейших основных материалов и комплектующих, рост цен на сырьевые товары и трудности с транспортировкой продукции. Далее, индекс потребительских настроений. Индекс потребительских настроений составил 70,3 пункта в августе 2021 года. Это самый слабый показатель за более чем десятилетие. Такие негативные настроения вызваны увеличением заражений штаммом Дельта, более высокой инфляцией, более медленным ростом заработной платы. Падение настроения также отражает эмоциональную реакцию, вызванную разбитыми надеждами на то, что пандемия скоро закончится и жизнь может вернуться к нормальной уже завтра. Продолжаю. Личные расходы американцев. Личные расходы американцев увеличились на 0,3% месяц к месяцу. Ну, вот это данные по июлю. Это пятый месяц роста расходов вот подряд. Такая динамика была вызвана повсеместным увеличением стоимости всех услуг, питания и проживания. При этом расходы на товары снизились в основном за счет автомобилей и запчастей, товаров для отдыха, а также одежды и обуви. Это снижение было частично компенсировано увеличением продаж бензина и других энергоносителей. В общем, начала выходить и неприятная статистика, указывающая на то, что темпы восстановления экономики США притормаживаются. Снижение потребительского настроения – это точно негатив. В то же время участники фондовых торгов по-прежнему сосредоточены на инфляции. Вот и получается, что если все пойдет не так, как говорит Федрезерв, то продолжающийся рост инфляции способен будет обвалить фондовый рынок, так как ФРС, долго не замечая вот этот процесс, возможно, вынуждены будет реагировать резким ужесточением денежно-кредитной политики. И сейчас это один из важнейших рисков. Далее, про Китай. Риски по Китаю никуда не ушли. Просто, похоже, происходит некоторое привыкание к этому негативу. Китайские регуляторы вроде перестали жестить. Периодически появляются новые регуляторные инициативы, и я о них стараюсь рассказывать в Телеграме, но все же совсем вот жесткача в последнее время не было. И, видимо, поэтому мистер рынок немного выдохнул, и китайские индексы перешли к росту. Будет ли это полноценный рост или небольшой отскок, покажет время. Но при этом повторюсь, китайские проблемы никуда не ушли. Финансовая статистика преимущественно ухудшается, так что к полномасштабному и долгому росту на фондовом рынке предпосылок по-прежнему нет. Экономика Поднебесной постепенно охлаждается, и это может быть сравнительно продолжительный процесс. Так, далее, несколько слов про Европу. Кстати, ставьте лайк, пишите комментарии, ведь именно такие ваши действия помогают каналу развиваться. И подписаться можно заодно, здесь у меня много всего интересного и полезного для инвесторов. Ну а по Европе не все однозначно. Например, в Германии выходят разноправленные финансовые данные, опережающие индикаторы тоже не все в однозначном плюсе, в однозначном позитиве. Такая невнятная картина рисуется на фоне роста заражений COVID-19. Вот это вот на ваших экранах, это график роста заражений в Германии. Видно, что концовка графика не позволяет однозначно предполагать дальнейшее направление динамики заражений. И в Германии опять обсуждают некоторые санитарные ограничения. При этом в целом в еврозоне снижается потребительская активность на фоне сложной ковидной обстановки, но вакцинация продолжается, и есть большая надежда на то, что последующие волны и всплески коронавируса будут все слабее и слабее, так как процент людей с антителами в Европе уже не маленький. К концу года будет еще больше, перспективы здесь вполне нормальные. Но остаются риски, связанные с мутацией вируса, и об этом не стоит забывать. Так, переходим к российскому инвестированию. Давайте посмотрим российские новости и экономические процессы, так или иначе влияющие на фондовый рынок. Но сначала прочтите информацию на экране. Это про мой телеграм-канал. Подписывайтесь, там чуть больше информации, чем на ютубе. Но подписывайтесь аккуратно, только по моей ссылке, чтобы не попасть на мошенников и на каналы с похожими названиями. Правильная ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Так, смотрим график индекса Мосбиржи. Ну тут прям совсем красота, побили рекорд и пытаемся карабкаться дальше. Но нам может помешать коррекция в нефти, ведь надо понимать, что в российских индексах основную долю занимают нефтегазовые бумаги. Волатильность по нефти сейчас серьезная. На момент записи видео нефть прирастает, что позволяет надеяться и на дальнейший рост индекса Мосбиржи. Далее, ну вот как раз давайте посмотрим график нефти.
это марка-бренд, вроде опять целимся вверх. Я делал пост в Телеграме про ОПЕК+, я в нем предполагал, что изменений в политике картеля не случится, так и произошло. Выходит, что нефть сейчас продолжает поддерживать российский фондовый рынок и рубль. В перспективе, если положительные глобальные тенденции по короне продолжатся, а Китай прекратит таки уже замедляться, то рост спроса на углеводородное сырье способен возрасти. Пока это только робкие предположения, но, тем не менее, сценарий вполне реальный. Вот. И сейчас достаточно высокая цена на нефть и ряд других позитивов позволили рублю укрепиться ниже 73 рублей за доллар. И вот в этом видео я традиционно еженедельно осветил факторы, влияющие на курсообразование по доллару. Так что, если интересна аналитика по курсу доллара, то вам сюда смотрите. А на сегодня это все. Всем здоровья, большой профит. Прибудет с вами сила сложного процента.